Она пришла. Сквозь дым и грозы в огонь войны, как счастье весть. И ей свидание у березы солдат назначил ровно в 6. А в 6 приказ был в наступление. Взорвалась громом тишина, дробилось время на мгновение, где каждому своя цена. Она упала у березы. Погас огонь девичьих глаз, и целовал ее сквозь слезы он в первый и в последний раз. Предновогодним утром ранним пришел старик к березе вновь. Здесь был в бою впервые ранен, здесь схоронил свою любовь. Жизнь подошла уже к закату, оставшись в памяти бойца. Пришел с войны. В родную хату вселился бывший полицай. Чтоб не тревожил гость нежданный, донос предатель написал. И 10 лет под Магаданом страны защитник отдыхал. Потом все прожитые годы пытался правду отыскать. Но в царстве вечной непогоды не наступает благодать. Присел старик на бархат снежный, прикрыл уставшие глаза, и в первый раз с времен тех прежних скатилась медленно слеза. А в засыпающем сознании пел полевой аккордеон. Она бежала на свидание, и к ней бежал навстречу он. Потом под музыку кружили, потом ее он целовал, но, подчиняясь чьей-то силе, темп постепенно убывал. Уже не чувствуя мороза, солдат поход окончил свой. И тихо плакала береза несуществующей листвой.